Бывают ситуации, когда у клиентов сроки оплаты длинные, а у поставщиков короткие. Используйте овердрафт от Тинькофф Бизнес и продолжайте работу. Тинькофф Бизнес. И дело делается. Слушай, может, лев и сильнее волка, но волк в цирке не выступает. Вы кто такой? Почему вы мне постоянно звоните? Ладно, пока, я занят. Алло? Гаджи, а тебе зачем столько книг? Да хочу обучиться чему-то новому, поднять квалификацию, так сказать. Но в нашей же вселенной почему-то нет ни школ, ни универов, ни даже колледжей. Одни автосервисы, промзоны и ганшопы. Вообще непонятно, как мы здесь все работаем, если никто из нас нигде не учился. Ну почему же? Я, например, учился на Python-разработчика в академике. Правильно будет в академии. Ты не понял. Академика — это новая платформа от Skillbox. Там можно учиться с комфортом из любой точки Сан-Андреаса, Либерти и Вайс-Сити. Например, на онлайн-курсах МГИМО и ВШЭ. Всего здесь есть больше 250 программ от вузов. Звучит круто. Но, блин, я не могу сейчас позволить себе курсы. Меня вчера машина сбила, и из меня все деньги выпали. Но попробуй платформу бесплатно. Первые 10 дней после регистрации на Академике ты можешь бесплатно пройти первые модули всех курсов и выбрать интересные для себя. Я сам начал осваивать программирование на бесплатном курсе МФТИ «Алгоритмы и структуры данных» на Python. Отлично! Тогда уберу всю эту огромную стопку книг себе в карман и пойду регистрироваться на сайте. Ссылка, как обычно, в описании? Да, и вот тебе еще QR-код для удобства. Вау, это что-то новенькое. Всем привет! Я Тамби Масаев. И я хочу пожелать вам, чтобы любимый человек когда-нибудь сказал вам: давай оставим отзыв. Это шоу «Отзывы». Мы начинаем! Сегодня у нас бьется, ну, по-моему, так называю его только я, новый Павел Воля, Сергей Орлов. Я попрошу внимания. Новый русский Павел Воля. Да, который с цепью. Лейсан, я тебя люблю. Да, и старый высохший. Павел Воля? Павел Воля. Вытянутый. Нет, ты не про меня же, ёбни, блядь. Ладно, не такой уж и высохший. А что такое? Что это там? Ты про меня хочешь сказать? Вы, блядь, его пригласили, подождите. Он как пришел, как друг. Вы чего? Ну ладно, молодой, свежий, словно... Аль Пачино. Я придумал. Молодой, свежий, подтянутый Аль Пачино от мира юмора, такой же уважаемый и опытный Константин Пушкин! Аплодисменты! Браво! Сергей, так. Вам в команду, очевидно, выпал, либо он привез вас сюда сначала. Он меня выбрал. Он вас выбрал и подсоединился к вам через хвост. Да. Через USB. Иначе я не знаю, почему он такой синий. Турал Мирзаханлы. Аплодисменты. Да. Бизнесмен, да, ваш бизнесмен. Бизнесмен, да. Шоу отзыва это так, хобби. Это я так занимаюсь. В основном это он бизнесмен. А сюда можно с барсеткой? Ну, кстати, он не спрашивал. Нет, но если это барсетка в отца, то можно, конечно. В кого? В отца. В отца. В отца? В отца. В отца? Да, так и есть. Можем продолжать. Сергей, Турал, давайте придумаем название вашей команды, чтобы легко к вам можно было обращаться в любой момент, даже после шоу. Давай, название. Название. Сергей Орлов, Турал Мирзаханлы. Жесть, как это? Жесть. Дуэт не пара, может быть. Не пара. Отлично. Хорошо, не пара. Вот, не пара. Не пара, нормально. Не пара, отлично. Не пара, нормально. Не пара, отлично. У нас я не пара. Я в этом дуэте... Так, только я
Хороший название. Сергей, хороший, качественный кто название. Я буду в этом дуэте высокая женщина. Нет, красивая. Вы понятно. Вот... Я тоже. У нас не будет лысого страшного. А может быть, вы будете две женщины среднего роста, которые встали друг на друга? Ну, может, это одна высокая если ты женщина. Заплатишь, то ну, может да. Чувак, ну, настоящий бизнесмен, конечно. Точно. Деньги, да, в первую очередь деньги, всегда он думаете. Он говорит сначала, если заплатишь, потом здоровается. Конечно. Классический бизнесмен. А, Константин, Илья, как ваша команда будет называться? Константин Пушкин, что? Да, у тебя? Константин умный. Или ты реально Пушкин? Я Пушкин. Ты серьезно? Пушкин? Пушкин? Серьезно? С рождения? Да, а ты серьезно, Илья? Я Макаров с рождения. Это выбор или... Может быть, мы будем Пушка Макарова? Вау! Я это покупаю. Как пистолет Пушкаров? Вы еще выглядите, как будто вы с одной расы. Типа, вот Макар воин, а ты стоишь на этом на заборе, смотришь врагу. Может быть, реально. Часовой? О, нет, давайте мы оттолкнемся от ваших... От этой темы подальше. Тавгаи. Великаны. Великанычи. Тавгаи. Какой Тавгаи? Да. Ну, Тавгай Константин, я, конечно, шпалы, не хочу. Шпалы, шпалы, рельсы, рельсы. Это в хоккей? Опять начало? Если вы будете рельсами, опять. Мы тогда согласны быть шпалами. Господин ведущий, ваша честь, мы будем... Ваша честь, я имел. Мы будем команда рельсы, а не шпалы, шпалы. Мы рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. А вы тогда поезд запоздал. Очень быстро. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы! И поезд запоздал, да. И вместе это все! Шоу! Отзывы! Блин, это не то. А если вот так попробуем? Да сколько можно? Йо, бро! Ты что здесь устроил? Мы 2 часа стояли в пробке за углом, пока не поняли, что машин на дороге только прибавляется. Это твоих рук дело! Да я не специально. Просто никак не могу остановить ураган роскоши в своей жизни. Зарегистрировался в Bittrex24, начал вести там делишки и вот, на тебе! Эмир, ты что, совсем потраченный? Как такое вообще возможно? Bittrex24? Это что? Код какой-то? Нет, чуваки, это онлайн-сервис, где есть CRM для продаж, конструктор сайтов и еще куча других бесплатных фишек для ведения задач и командной работы. Вот мне уже этой роскоши столько не надо, а оно все прибавляется и прибавляется. Ну, чувак, у тебя и проблемы. Нам бы такие. Да, но теперь нам бы какой-нибудь код, который поможет все это убрать здесь. Да уж, да. Bittrex24 помогает бизнесу работать и продавать больше. Больше! Первый раунд мы начинаем. Поехали! Внимание на экран. Музыку подставим. Так. Первый комментарий. Ужас! Воняет и еще с катышками. Конечно. Ну, естественно. Этот. Ты про этот? Сработанные. Про прибор? Да. Это электросвитер. Воняет еще с катышками. О, я, кажется, понял, что это. Я понял. Так. Это термобелье. Это термобелье. Ужас, воняет и еще с катышками. С катышками. Ну, в целом, может. О. Мое лично такое, но нет. Маска. Не в данном случае. Мы первые нажали. Маска. Нет. Нет. Это не маска. Не этот фильм. А, говно с катышками. Блин, сука, подходит. Я проверяю, есть на мне катышки или нет. Вы не обращались ко мне? Это не оскорбление. Это не оскорбление. Это правильный ответ. А где вы такое? Вы заказывали что-то подобное? Говно с катышками. Нет, но я... О! Но люди разные бывают. Воняет. Нет, нет. Так, Илья. Это пояс из собачьей шерсти. Пояс из собачьей шерсти. Кстати. Вместе с собакой сразу. Ну, нет. Воняет еще с катышками. Сейчас у тебя будет второй, может да? быть, следующий комментарий? Давай, давай, давай. Второй комментарий. Черт, то есть 5 звезд я не получу. Все. Давай. От меня лично просто я отправлю. Пришел грязный и с дырками. Пришел, да, господи, то есть это человек. Грязный, с дырками. Ну, пришел как посыл. Он... Сыр!
Это сыр, брат. Сыр с катышками? Сыр, хлеб, это арбуз сыр. Туда. С плесенью делен. С пола. С дырками. Пришел. Пришел грязный с дырками. Нет. Это доставщик. Нет, нет. С дырками. А сколько нормально дырок у доставщика? Я знаю, кто это. Это отчим. Воняет с катышками грязно. Дырками это типа с шмаром, потому что пришел. Ну, есть какая-то услуга отчим на час? Да. Грязный. Ну, любой отчим в целом на час. Нажимайте. Шар для боулинга. Грязный с дырками, с воняет из катушки. Грязный с дырками. Да, но он гладкий слишком. 50 Cent. Что, грязный? Тупак. Из дырок. А нет, в Тупака нет. Стреляли? Какой еще рэпер? Дело было. Его стреляли фатально, да. Тупака пырнули. Первый раз не фатально, первый раз его спасли. Пырнули его ножом. Грязный с дырками. Грязный с дырками. Может это быть, может быть предмет одежды в виде носка. Носка. Предмет одежды. А какой может быть предмет одежды в виде носка? Носки. Шерстяной носок. Нет. А это предмет одежды, я правильно угадал? Это не предмет одежды. Всё. Это. Спасибо быть, за подсказку. Третий комментарий нам поможет. Давай. Так, все, готов. Ковер. Неплохо. Коврик для мышки. Направление верное. О господи, мы рядом. Точно. Ковер в прихожей. Нет. Ковер в ванную. Ковер в душную. В душную? В душевую, в ванную. В душную. Ковер для мышки. Нет, нет. Для мышки. Не-не-не, они говорили я коврик. Сказал. Они ковер, коврик. Вот, я говорю ковер. Большой ковер, конечно, совсем любой. Вы знаете. Это что-то на пол, значит, да? Я тоже. Разойдись. Что-то плоское, возможно. Это плед. Да. Это не плед. Я давайте так. Нужно... Нужно понять предназначение вот этой штуки, для чего. Поэтому, ну, ковер сюда прям не сильно подходит. Может быть, третий комментарий? Давайте третий комментарий. Качество мне не понравилось, обнаружила отколотые иголки, к тому же они очень острые. Такие иголки повредят кожу, принесут вред, а не пользу. Смотри, это на спину наложишься. Аппарат Елизарова? Да, апатат, конечно. Апатат, блядь. Не аппарат Елизарова, это ноги нет. Увеличивает. Я знаю. Это пожалуйста. Не аппарат Елизарова. Я не говорил. Давай. Зачем ты это сказал? Давай. Я разбираюсь давай. В этом. Давай. Это либо аппликатор Кузнецова. Нет. Это мочалка. Мочалка. Да. Вы определитесь. Крестов. Это кто это? Мочалка. Они нет, они сказали, это аппликатор Кузнецова, а мы говорим мочалка. Вы говорите мочалка. Да. Нет. Аппликатор из кого? Кузнецова. Кузнецова. Аппликатор Кузнецова. Они были раньше. Аппликатор они... Кузнецова. Ну, да. Ну, ты чего? Ты зачем меня отговаривал? Ты что, я разбираюсь. Ты понял, что я имею в виду это? Я вообще блядь. Не понял. А аппарат Елизарова это ноги удлиняет. Это для выравнивания ноги, для вытягивания. А я просто запомнил это как конструкцию. Да, это ровно то же самое. Аппарат Елизарова это его жена, что за аппарат. Такой станок, блядь. А почему вы не спрашиваете? Аппарат Елизарова это его пенис. Почему вы замешкались? Вот, кстати, у Елизарова вот это такой я, аппарат. Это я сбил Константина, но честно скажу. Я думал, мочалка. Вот. А он был уверен, что это аппликатор Кузнецова. И был прав. Ведь есть еще аппликатор Липко. Я вот сомневался. Липко ли Кузнецов? Ну, это очень такой возрастной ответ. Решил по алфавиту пойти. Пока вы сомневались, я четко в голове видел, что это. Что это? Но он видел точно. Я видел, как он в голове видел четко. Сформулировать не смогли вдвоем. Все заглянем Туралу в голову. И, возможно, увидим там комментарии к следующему товару. Сейчас вот, вот так вот сейчас. Подруга, для которой я это заказывала, ебаная сраная тварина бросила меня. Это надувная подруга. Ебаная блин, тварина нам... бросила. Ну да, я и... А зачем для подруги заказывать надувную подругу? Ну, чтобы примерять на нее одежду, смотреть, как со стороны смотрится. Маты. Нет. Маты, ну, для борцов, и она бросила ее. Неплохо. Красиво сказал, красиво, брат. Красиво, да. Нет, четко сказал. Неправильно. Деревянный дилдо с занозами. О, май гад, сразу изначально. Деревянный дилдо. Давай рассуждать. С занозами, с гнилью. Да. Ну, она типа, тварина знаешь, я мог, ебаная. Дорогая, тебе подарить рыбу, я дарю тебе удочку. Сама должна тварина его истисать. Тварина ебаная.
да. Отбросила. Сама даже значит, надо добыть он аргаз. Он вот ей что-то заказал именно такое? Именно добыть. Да. Просто... Ну что вот для подруги? Чтобы после этого называть ее ебаной твариной. Вот, это эмоциональная реакция на то, что люди были очень близки. Да, соответственно, вообще, какой подарок? Ебаная тварина — это уже прям звание. Ну да, это кто? Это которая в таком же платье пришла? А, прошлогодний вок. Вок? Вок. Лапша или сигареты? Журналы. А, не туда. Блин. Подарила это, да. Давайте второй долго шла. Комментарий, наверное. Второй комментарий. Ёппарасоты, ну что же вы так? Я бы еще подумал. Норм! Правда, цыгане украли. Сережки? Нет. Цыгане. Туралки? Не так много людей. Это... Это ребенок. Норм, правда, цыгане. Конь! Это медведь? Все правильно, смотри, как мы стереотипно, да? Две подруги. Две подруги. Да, хотя он... зачем ему их много? Я понял, это что-то золотое, потому не, что не. Подруга бросила из-за какой-то золотой, и цыгане золото. Зубы. Таксиста. Подруга. Это может быть. Набор юбок, которые носят цыганки. Все сразу. Набор. Правда, цыгане украли. Все сразу. Идеально. Но нет, давайте так. Это что-то, что... Надевается на тело. Судя по всему, символизировало. Друг. Цыган. А, это вот это кулон с сердечками, сердечко которые на две части. Это верно! Да, это парный кулон! Блядь. Четыре звезды, шпалы-шпалы! Господи. Итак, давайте комментарий. Вы молодцы, ребята, вы поднажмите. Молодцы. Еще есть. Следующий комментарий к следующему товару. Единственный минут то, что глаза не сходятся. Минут. Очки, бля. Очки. Он не умеет писать. Посмотрите в камеру, скажите очки. Очки. Надо. Значит, он не смог увидеть, что он минут. Минус. Минут. Он не понял. Да, ну очевидно, что у него глаза не сходятся у самого. Это Дарья писала. Это может быть бинокль? А может и не быть бинокль. Глаза не сходятся. Это мы узнаем после рекламы. Это пазл, где надо собрать глаза. Глаза выколоты. Подзорная труба. Позорная труба. Подзорная. Там глаза не сходятся, один только глаз, потому что. Ну да, все сходится. Но это не рядом с биноклем. Это косоглазый человек. Глаза не сходятся. Это вот этот альбом с 3D рисунками, где надо расфокусировать зрение, чтобы глаза получилось 3D. Альбом с 3D рисунками? Да. Нет. Это что-то... Это. Так, говори. Говори. Стереокартинка. Глаза не сходятся. Стереокартинка? Да. Картинка, которую слышно? Не. Сходится. Хуй его знает. Это в Советском Союзе переливающие. Я понял, о чем ты. Сходятся. Может быть, следующий комментарий? Давай попробуем. Пришла в хорошем состоянии, удобно носить, резинка не жмет. Трусик. Опа, это что? Резинка не жмет. Это маска. Как... Подводная маска. Нет. Не. Это значит какие-то подводная. Штаны. Это какие-то штаны. Ну, маска. Машка. Машка, но не подводная. Надводная это маска. Это карнавальная маска. Для Хэллоуина, возможно, или какого-то мероприятия. Просто там... Есть у нее же, например, если это заяц, у нее есть глаза, и делают дырки, которые не смотреть. Их настоящему сделали, зайцу делают. Они сделали вот нет, тут. Нет. Он высказал? Все? Ну, нет. Ну, карнавальная, но я не знаю, вот как здесь указано, тут надо... Прям формулировка точнее нужна. Да, лучше бы поточнее. Так, маска персонажа. Маска. Тогда я... Резиновая маска! Маска для сна. Нет, наверное... БДСМ маска. Студию! Я... Карнавальная... Всем моим товарищам! От Капитал Шоу отзывы! Карнавальная маска пирата. Не... Почему? Ну, глаза не сходятся. Один же только там повязка. У пирата. Это маска, блядь? Давайте! Это маска. Вот. Это повязка! Это маска, на которой повязка! А? Не, это повязка поверх маски. Вот. Повязка поверх маски. Ну какая-то карнавальная, но какая, блядь? Рио-де-Жанейро, нахуй. Диско! А как это носится, Рио-де-Жанейро? Это
Это, давайте, это вот, ну, персонаж. Маска зайчика, зайчик. Майк, нет, мой, нет, мой кролик. Это не зайчик. Майк Вазовский. Комбимасаев, очень приятно. Ладно. Это надо персонажа назвать? Да, давайте я по третьему комментарию. Смотрите, вот тут просто указано, что это конкретно за маска. Да, давай, давай. Третий комментарий нам поможет. Я нажимаю, ты отвечаешь. Хотя бы. Купила в надежде, что в ней меня точно заткнет Нурлан. Маска Тамби. Вы нажали, я еще не договорил. Маска Тамби. Не, ну это мы же нажали потом, да? Ход за нами, маска Тамби. Маска Тамби. Маска Тамби. Так, мы вы первые. Были мы раньше. Первые. Мы первые были. Ты мой хороший. Сюда. Я, если что, это не я выбирал. Это странная маска. На фотке ты. Конечно. На фотке еще Рустам. И там, кстати, эта маска... Когда формулировка неверная, там еще маска Тамби и Рустама. Там маска Тамби и Рустама. Можно хотя бы одну. И сзади фотографии. Вот вы нажимаете, вот до момента, у нас как я. Да вот это так важно. Вот это очень я считаю, важно. Что... Это важнее, чем правильный ответ? Конечно, важнее. Нет. Важнее? Ты, блядь, у тебя... Ты, ну, еб... Ну, а, не, ну... То есть, может быть, тебя воспитали колокола? Я вышел по звонку. Правильно. А ты учитель? Да. Нет. А ты... Ты Тамби. От того, что я не ношу очки, я что, не учитель? Товарищ поезд запоздал, вы опять прав. В основном на той части находитесь. А мы в тамбуре вообще, тут сидим уже, месте, курим. Товарищ ведущий, надеялся, что в этих масках никто не трахался. А я бы надеялся наоборот, чтоб хоть кто-нибудь с этим лицом потрахался. Да, тут... Блин, ну все, тогда три звезды получают шпалы. Ладно. У нас ноль звезд! Все нормально, сейчас все будет. Ноль звезд. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Не, мы хотя бы одну сейчас сделаем вообще. Так хватит. Итак, комментарий к следующему товару. Погнали. Так. Я дочитываю, после этого можно нажимать. Принял. Давай. Да? Да. Это мы поняли. И формулировки точные надо делать. Силиконовые, с ребрышками, очень надежные. И главное, можно помыть и надеть еще раз. Давай, 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 давай! Презерватив. Ну, тут как бы просится. Почему? Ну, описание подобное. Потому что подобное. Силиконовый с ребрышками очень надежный. Главное, можно помыть и надеть еще раз. Многоразовый презерватив. Все. Даже имя Екатерина подходит. Блин. Презервативы Екатерина. Ну и ладно, силиконовый с ребрышками нет, можно... Да нет, понятно, это... что это было бы слишком очевидно. Да, это надежный не презерватив. Надеть... Что резиновое так с ребрышками и можно носить несколько раз? Это шляпа-зонт. Шляпа-зонт, это супергерой. Силиконовый. Шляпа-зонт, помоги нам! Я сейчас прилечу! Это чехол. Чехол на что? На что-то, чему нужны ребрышки. На Мэрилина Мэнсона. Чехол на ребра Мэрилина Мэнсона. Там мало ребрышек, не хватит. Нет, к сожалению. Да, такое не продается. Но... А ребрышки свиньи? Но это говяжьи. Чехол, смотри. Нет, они Мэрилин Мэнсоновские. Силиконовый. Это чехол на телефон. Нет. Помыть. Значит, это используется где-то в грязи. Да, кстати, между прочим, это может использоваться и в грязи. А вантус? А чучус. Что? Чехол что, на вантус? Вантус не в грязи, я не а хочу, в говне. Чтобы... Какой чехол? Говно это говно не грязь. Не грязь. Говно не грязь. Говно это говно. Можно подобрать. Говно не грязь. Можно да, говно не грязь, кровь помните, не вода. Братья, говно не грязь, говно это говно. Номер 5 в бюллетенях. Это может быть чехол от сифона? Это чехол? Не может быть. От сифона? Чехол? Силиконовый один. С ребрышками. Помыть. Очень надежный. И главное, надеть можно помыть и раз. Надеть еще раз. На что надеть, блин? На палку какую-нибудь, нет? Бахилы? Ну, не бахилы, но направление верное. Направление. Это не бахилы. На обувь. Что, на обувь? Чехлы на обувь. Чехол на обувь? В какой ситуации его надевать? Антидождевой чехол на обувь. Верно! Бачка! Подождите, но это вообще... Чехол на обувь? А, спасибо всем. Было весело.
Йоу, крутая шляпа! Какая шляпа? Это хит продаж на Яндекс.Маркете «Умные часы Apple Watch». Круто! И штаны там купи! «Умные часы Apple Watch», а также все другие хиты на Яндекс.Маркете со скидкой до 10 тысяч рублей. Отлично! Подождите, я считаю, что можете сесть, кто хочет. Вот слушайте! Садитесь, кто как хочет. А он... Да чего? В смысле? Ну почему не засчитать это? В смысле? Как? Ну, а ты что ты сказал, вот, честно? Чехол на обувь. Так чехол на обувь, так. Он же только от мокроты может быть, от дождя. От чего еще чехол? От Нет, пыли? Подожди. Сука, это звучит справедливо. Бахилы, чехол подожди, бахилы обувь. Это совсем другое. Да он не сказал бахилы, мы сказали чехол Я для обуви. Я сказал бахилы, потом Алло! Сказал... Чехол. Смотрите, чехол для обуви, это для хранения. Именно. Обычно. Все. Да. Это Тогда для хранения. Ага. Я возвращаюсь, ага. Здравствуйте. Подождите. Здравствуйте, едем заказ. Хорошо, подожди, вот это не чехол для обуви. Это... Дождевик. Дождевик. Они сказали дождевик. А антидождевой. Они сказали чехол для обуви во время дождя, блядь. Нет. Я сказал антидождевой чехол. Он сказал антидождевой. Подожди, он сказал антидождевой чехол, а там написано дождевик для обуви, нахуй. Подожди. А каким шрифтом ты сказал? Сейчас посмотрим, этим шрифтом ты сказал или нет. Давайте, кто Может сейчас? Может быть, она прояснит ситуацию. Встречайте, Татьяна. А чем это не презерватив? Зачем ты так сказал? Зачем ты ему так сказал? Ну, Тань. Антидождевик? Антидождевой чехол. Не, все правильно, да. Чехол не подходит. Отдаем балл этим бродягам. Ой. Ну что ж. Не, подожди, ну почему? Не, не, ну ладно, блин. Уже что-то самое. Нет, когда так тоже говоришь, как будто... Так говоришь, как будто, блядь, это самое. Ну вот, давайте так. А давайте, может... Сергей, насколько я знаю, вы коллекционируете обувь. Конечно, и в нашей среде... У вас... коллекционеров, это называется чехол для обуви. Ну тут нет самое! Молодец! Окей! 5 звезд получают рейс-рейсы! У меня еще одно. Вот это уже несправедливо. У нас защиту, смотри. Они от грязи защищают только во время дождя, а если просто по грязи идти и дождя нет, тогда что? Получается просто чехол. Слушайте, у тебя быстрее воняют ноги в этом. Как Серегу триггернуло над теме обуви. Сергей, мы уже отдали вам баллы. Все, не, я просто, ну, чтобы что-то еще, если хотите, можете еще карточки мои забрать. А есть еще одно небольшое замечание. У меня вот в команде человек, ему вообще похуй, выиграем мы или нет. Не, брат. Он не... Я просто знаю, что это подача. Ему главное... В любом случае выиграем. Ему главное... Дело в том, что у него машина на ожидании стоит, и счетчик идет. Там уже капает, блядь. Там в этой машине таксист. Он ему сказал, подожди, я сейчас... Сейчас я выиграю. Я сейчас по второму бизнесу. Звездами возьмешь денег нет. Вот так это работает. И все, и что ты ему дашь? Ладно, друзья, комментарии к следующим товарам. Давай, Турал. Интересная штука, но страшно лезть ей глубоко. О, щетка, зубная щетка. Нет. Что нет? Ты пробовал? Глубоко лезть еще, а куда мне надо лезть? У меня в целом... В ноздри. Попробуй. У меня там пока зубов не растет, но ими я тоже жую. Не знаю, через них легче до 8 достать. Интересно. Да, Илья. О, хватит. Это экспресс-тест на COVID. О, точно. Интересная штука, но страшно лезть ей глубоко. Вы делали в нос вот это вот дерьмо? Это же ужас. Нет. Это какие-то... Конулингус. Да. В студию! Леонид Аркадьевич, от наших народных умельцев... И там вот такой мужик. Леонид Аркадьевич. Это он такой. Свое. Подождите, Леонид Аркадьевич. Перед тем, как мы подарим вам кунилингус, надо специальную одежду надеть. Леонид Аркадьевич. Вот в спецовке. Я готов. Вот чехол для обуви вам. Это значит какие-то специальные штуки для чистки ушей. Знаете что? Нам сегодня плевать на формулировки. Это умная ушная палочка! Так это правильно! Это ушная палочка! 5
Звезд получают рельсы! Рельсы! Молодец, кстати, молодец! Кстати, я ушные палочки тоже коллекционирую, и у нас тоже. Они тоже у меня в дождевике для ушных палочек. Судя по всему, нормально. Ну что ж, друзья, под ваши аплодисменты первый раунд подошел к концу. Мы подводим промежуточные итоги. По итогам первого раунда с неявным или явным преимуществом лидирует команда «Рельсы-рельсы» и «Шпалы-шпалы» со счетом 10-10 заканчивается первый раунд. Да. Это у нас был план, и мы его придерживаем. Конечно, все нормально. Я тебе говорю, в конце не брат, мы взяли их хитростью. Конечно, брат. Мы развиваемся. Мы их наебали. А, ну спасибо, что поясняешь в целом, что имели в виду. Он поясняет матом. Я бы пересмотрел итоги первого раунда после этих заявлений. Именно. Уважаемые шпалы-шпалы, вы начали хорошо первый раунд. Так мы вообще и хорошо продолжили, пока ты не забрал у нас баллы. Ну давайте так. Костя, ты сидел, разбрасывался баллами. Да разбрасывался нахуй. Конечно. Да разбрасывался, блядь. Ребята, половина все. Команды вот говорила, не надо. Смотрите, Константин, как доброту со слабостью. Костя, да разбрасывался, блядь. Поехали. Вот, пожалуйста. Да разбрасывался, Константин, Костя. Константин, какую бабу потерял, а? Что, сейчас все будет. Сейчас им будет достаточно букву вообще правильную назвать. Да, говори, говори, блядь, говори. Хорошо. Говори, 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 блядь, говори. Вы хотели строгого? Строгого тамби хотели? Нет. Да? Мы хотели строгого поезда запоздалого. Тогда он едет чучух, 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 какой строгий! Чучух, чучух! И приехал ко второму раунду! Видео! Во втором раунде мы будем угадывать по комментариям, все тем же комментариям, три комментария, что за видео имеется в виду. Это могут быть и фильмы, и сериалы, и видеоклипы, и видеоигры, и видеомемы, между прочим. Да, ну это вот просто, у нас несколько категорий. Да. Если не подходит одно, то это может быть видеодвойка. Это может быть и видеодвойка. Если ты ходишь в видеошколу и плохо учишься. Нормально. Вам за это... Давайте! Давайте свой видеодневник. Давай, вот так плечом к плечу, бля. Как в фильмах, боевиках 80-х. Насмотренность есть у тебя? Наслушанность в основном. Посмотри на его очки, блядь, он вообще смотрит во всех. Ну, до этого была насмотренность, сейчас только наслушанность. Ну, я бы приготовился. Режиссер после третьей части. Мы в дерьме! О, это... Мы в дерьме 3. Серьезно? После третьей части «Мы в дерьме». Блин, это как будто откуда-то... Вы серьезно сейчас? «Мы в дерьме». А, вот. «Движение вверх». Нет, уважаемый... «Такси!» Ай, бля, «Такси!» Верно! Нет! Верно! «Такси!» «Такси!» «Мы в дерьме!» Напомните, о чем я вам говорил. «Мы в дерьме!» «Мы в дерьме!» Комиссар Жибер. Точно, Жибер. Ну, это же классика. Это классика. Я просто говоря, такси коллекционирую, я разбираюсь. Да, зрители, поаплодируйте, вы сразу поняли, о чем речь. Что поняли? Не, ну это мы просто давно не пересматривали. Подзабылось уже немного. Тем более, Турал, ты точно такси должен был угадать. Я понял, ты сразу у меня в голове. Это Жабер. Жабер. У нее такой Жабер, блядь. 5 звезд. Получает команда «Рельсы-рельсы». Прям как в такси. Чё я такая? Получаю. Практически. У меня уже 4,89. Они проезжаются по шпалам-шпалам и добираются до следующего раунда. А как до следующего видео? А как они добираются? С помощью чего? Ну, я не знаю. Ну точно они на такси, на чем-то летающем. Это долго такси, это тоже, ну, дорого. Далеко. Это я запоздало.
Это запоздало. Нет. А как современно? Ну, вообще, между первым и вторым вопросом небольшой промежуток, чтобы прям добираться. А вот если нужно, например, полететь в какую-нибудь другую страну, то лучше, конечно, использовать сервис Aviasales. Aviasales. Это сервис по покупке дешевых авиабилетов? Совершенно верно. Я правильно понимаю? Точно. Aviasales? Да, да, да. Повторите. Aviasales сервис покупками билетов занимается дешевых очень сильно. Так, слово хорошо, в слово. Что этим занимаешься не ты, Турал, а них... Aviasales. Сервис по покупке дешевых авиабилетов. Вот так. С их помощью мы долетели до следующего видео и комментариев под ним. Давай, Турал. Лет 10 назад я бы ржала, а сейчас совершенно восхищаюсь этой женщиной. Бизнес-леди, умница. Это мой details, вот это вот details. Это fabrics. Совершенно нет. Верно. Нет. Абсолютно верно. Блин, у меня в голове музыка. Это был... Я до сих пор не знаю, что это. Вы не знаете, smart. Сколько details и какой fabrics? Это мем. Но он знал точно. Это мем. Это мем. Это мем на видео. Это мем, а это господа. Рельсы уверенно вырываются вперед. У вас еще есть шанс. Да сейчас все. У вас есть шанс. Молодцы, ребята. Я смотрю его по историческим причинам, чтобы понять, каким был мир до того, как я пришел в него. Я хочу знать сходство между тогда и сейчас. Snoop Dogg написал. Я смотрю, это «Идущий к реке». А он прям там раскрывает все вопросы мироздания. Конечно, он познал все на тысячах планетах, на триллионах других планет. Это все ему не нужно уже. Он уже познал и перепознал. Ну что ж, это неверно. Ну, он молодец. Я смотрю его. Илья. Это что-то историческое. Это Панасенков? Это внутри Лапенко. Вы определитесь, кто внутри Лапенко? Внутри Лапенко, Панасенков. Нет. Внутри Лапенко, Панасенков? Серьезно? Да, это ростовая кукла. Все 16 братьев. Так, это... Миш, смотрю. Это Катя Клэп. Мир разделился на до Катюхлеб и после. Или Хованский, блин, до тюрьмы. Парк юрского периода. Парк юрского периода. Так, нет. Ну, это вот этот на НТВ мужик, который совпадение не думаю. Не думаю, совпадение. Он же всегда там про советские преступления. Да, нет, это Намедни. Нет, это не Намедни. Это Snoop Dogg написал комментарий. Да, знаешь, это мог человек. Это я мог написать. Что ты тоже очки свои? В смысле, блядь? Это не Snoop Dogg. В смысле, написано Snoop Dogg. Может быть. Тут формулировки в этом. Это реально Snoop Dogg, товарищ ведущий. Это реально Snoop Dogg. На русском вот так написал. Этот комментарий действительно написал. Snoop Dogg же русский, вы не знали. Он вот так написал. Я смотрю его. Следующий комментарий Билли Айлиш. По историческим причинам. Snoop Dogg из Краснодара, кстати. Чтобы понять, каким был мир до того. Сейчас. Для того, что как пришел. Здравствуйте. Мам, ну не настолько явно подсказывай. Я тебе смс-ки присылай, говорю. Парк юрского периода. А какой-то еще парк? Эй, долбоебы, вы не можете сказать, что это парк юрского периода? Уже настолько просто вывесили. Да это же очевидно. А может понять, каким мир был до того, как я пришел в него? И я хочу узнать, сколько мир до того, как я пришел в него. То есть это где-то какой год? 91-й? По мнению, я думаю, вот в этом случае... Брат-2. Нет, это не брат 2. Может ничего быть, нету. Брат порно по мотивам брат 2. Каким-то. Я смотрю его. Нет, это... Во-первых, нет такого порно. Во-вторых, это... Я понял, что это он. Неверный ответ. Это какой-то блогер. Может быть, я прочитаю комментарий. Да пиздец. Хорошее шоу, но нет. Ну ладно. Так. Я прочитаю, может быть, следующий комментарий. Так, он а точно... я что-то не понял, подождите, она же, что про... Да, все, следующий комментарий. Давайте, следующий комментарий. Не получается. Да, не получается. С каждым сезоном херни все больше, а сиси все меньше. Я знаю. Игра престолов! Голые и смешные! Я принимаю голые и смешные, это неверный ответ. Игра престолов. Игра престолов! Верно! 4 звезды! Игра престолов. Мне нравится,
Мне нравится, что человек... А почему ты не мой ответ принял, а его? Он капитан. Он капитан. Ты капитан шоу. Какой же я умный. Ну давайте просто... Нет, я понимаю. Все, вы выиграли, вопросов нет. Но давайте просто для исторической справедливости. Какой долбоеб написал комментарий? Снуп Дог. Какой был мир раньше? Какой нахуй? С драконами? А вот в «Голых и смешных» целая эпоха, бля. Причем там не было драконов. Ну там тоже бывали драконы. Можно в некоторых кадрах еще и H&M увидеть, бля, мимо. Там был целый мир. Причем Снуп Дог подумал, что он родился после того, как вот Дейенерис умерла. Да. А подождите, вот это до него было. Не, я логически рассуждаю, а? Неожиданно показанные сиськи, это смешно? Это очень смешно. Покажи. Вот Нет, подожди, подожди, смотри. Вот кто-нибудь покажите. Неожиданно показанные сиськи, не смешно, но неожиданно показанные сиськи со звуком... Вот это... Вот это ржомба. Да. Да, ну, мне нравится, что человек такой, но это историческое. Бля, а «Игра престолов» историческая? Это слишком. Это историческая херня, чувак. Не спорь, по-братски. Я не спорю, но это что-то из этого типа, которое... Перезят к ним. Я люблю вот это. Он будет перезят к ним. Он сейчас перезят к ним. Итак, 4 звезды, мы двигаемся дальше. Следующее видео и комментарии к нему. Давайте мемы, давайте сюда мемы. В 2007-м мне было 10 лет. Я заводил будильник на 5 утра, включал Муз-ТВ и ждал эту песню. Нередко засыпал, конечно, а потом просыпался и думал, что, блин, наверняка она была, пока я спал. Даже телефона с диктофоном тогда у меня еще не было, чтобы записать. Верните 2007-й. Они были раньше. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Это не нас. Он скажет сейчас нет. Верните мне мой 2007. Это группа «Психея». Это не оно, раз ты так долго поешь. Я хотел тебя уничтожить. Это не оно. Да, это не оно. Давай попробуем. «Зимний сон Алсу». «Зимний сон Алсу». «Алсу», «Зимний сон». Бля, ну четко вот стреляет. Вот это то, что звезды поднимаются что-то выше. Там выше. Да, или в тот день, когда... Нет. Не, ну, нет. Но было а близко. Это разве 2007 год? Это, по-моему, вообще раньше, да? Или... 2007, что было популярно? Мужики попадают под Дольче Габбана, под Дольче Габбана, под Дольче Габбана. Нет. Не Сергей Зверев. Нет. Чуваки попадают под Дольче Габбана. Слезы капают. А Турал, не обязательно придумывать сейчас песню. Ее блин, должна 2007. Быть... 2007. Под сиреневым кустом танцевали мы вдвоем, были танцы, мы в угаре. Янка. А, просто песни перечисляем, которые танцы были. А хули делать, Константин? I'm blue, da buddy, da buddha. Ну, давайте. Плачет небеса. Конечно. Не, это может не русская вообще песня. Это плачет небеса. 2007, Linkin Park, нам. Муз-ТВ. Нет, нет. 2007, конечно, 2007. Не каждый может вернуться, но... Группа давайте... «Психея» навряд ли может быть. Вы приняли мой ответ? Я принял ваш ответ, он неверный. Нет, не вот этот. Какой еще ответ был? «Плачет небеса». А, нет, это Муз-ТВ. Это неверный. Все на Муз-ТВ говно же включали, значит, это... MTV тогда был круче, да? Да. MTV A1. Не, у нас не было денег на него. Ну, у меня тоже, но ты A1 где жил так в богатом это месте? В депутатском. A1. Эти депутатские, они все богатые. Вы нажимали на кнопку. Пока что мы... вы хотели? Я хотел просто я по каждому вашему звонку я хотел должен сюда прибегать. Поезд опоздал. Я вам нанимался. Поезд опоздал. Я вам нанимался, ваш ответ. Поезд... Я хотел узнать, пока мы в клубе чипсы танцуют. Да, но не в этом случае. Да. К сожалению. Чипсы жестко. Может быть. Может быть. Давай. Следующий блин, а я, кстати, недавно блин, смотрел сейчас какое-то новое видео с Тимати, и он выглядит сейчас так, как будто никогда эту хуйню не пел, типа. Он реально, он такой, типа, я коллекционирую современное искусство. Да, ну, кстати, это хорошее замечание. Так, господин Поезд Запоздалович, можно мы попросим вас еще один комментарий, потому что песня 2007 года... Вот именно поэтому я бы на вашем месте приготовился, потому что после того, как я дочитаю... Там будет текст песни? Я... Ты нажимай и отвечай, брат. Давай, Туралыч. Отвечаю.
Рай так и не наступил. Февраль 2021 год, но мы живы и рвем когти. Держись, народ, всем удачи, не болейте. И сразу в рай. Кто поет? Я знаю. Раз, два, три. Нет, еще чуть-чуть и прямо в рай. Жизнь удалось, поет. Раз, два, три. Нет! Бля, я забыл эту группу, ёбаный! Кто поёт? А достаточно песни должно быть. Недостаточно! Как это? Это не Бандера! 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 Сука! Сука! Бандера! А, Бандера? Это MTV! Раньше! А я главный! Вы знали, что Бандера с дуэта «Быдло» распался сначала на трех человек, а потом обратно собрался в одного? Хорош! Ой, вот это малый зачет. Бандерас. Бандерас. А, 4 звезды как получают шпалы-шпалы. Я не знал эту песню. Я тоже. Знаешь почему? Потому что ты родился в 2009-м. Блин, ну это не очевидная песня до 2007-го. Как не очевидная? Вы что? Ну да, будущие мамы поярче будут. Я думаю, да. Их, по-моему, в 2007-м это была самая популярная песня. Во-первых, в 2007-м была не одна. Господин ведущий, мы хотим еще баллы, давайте. Хорошо, хотите баллы? Их есть у меня. Следующее видео и комментарий к нему. Бывшая жена точь-в-точь такая. Своя правда. Всегда есть ответ на любые непонятки, неважно на нормы морали, совести и т.д. Прожил с такой 2 года, чуть с ума не сошел. Это комментарий под видео, где бабушка на пожаре. То хуй ему за воротник, то вот это все. А это хуй поджег, то вот это. Нет. А это, я говорю, Степан, дай. А я говорю, не дам. А он говорит, нет, дай. А у меня грамм 300 спирта есть. Он говорит, ладно, пойдем. Я говорю, пойдем. И он начал просить, дай. А она что? Тут хуй поджег. Я просто боюсь разочаровать вас после такого. Но это не неправильный ответ. Это видео нахуй не нужен нам ваш интернет. Нет. Ой. Это видео сейчас 7, 5, 8, 10, 10, 12, 13. Это своя правда, блядь. Пацаны вообще, ребята, подходят идеально ко всему. Вот скажи что-нибудь. Ну сюда также и дилда подходит. Бывшая жена в точь-точь такая. К сожалению, нет. Подходит ко всему. Я знаю. Это Кэнди Бобер на голове. Не потому, что я женщина или балерина. Блин, нет. Это неверно, прошу. Может быть, это Наташа морская пехота? Нет, ребят, вы идете такой дорогой. Я желаю всем мужчинам пройти. Вот теперь это правильный ответ. Главное, это старание. Нет. Вот следующий комментарий нас приблизит, мне кажется. Давай. Все руки липкие. Какие клоуны? Ржала весь выпуск с этих гангста. Чипинкос и дядя Джей Ай. Где? Камедзи. Этот вопрос ребром. Или вопрос. Верно! Вопрос ребром. Чипинкос и дядя Джей Ай. Блин, ну ты даешь. Хочу на камеру сказать, что дядя Джей Ай и Чипинкос это круто. Комментарий мне согласен. Ты боишься, что они тебе пизды дадут? Да. Если честно, да. Посмотри на него. Блин, да, он даже на Нелли пизды дает кому-то. А? На Басту? Во, на дядю. Это дядя. Я вообще в целом дядю не очень. Вот справа тоже дядя. О, дядя. Я помою вам дядю. Блин, как круто. Итак, в этом раунде последнее видео. Let's go, my man. Последние комментарии. Let's go. Last dance. In last round. Да, не последний раунд. Игра готовит нас к жизни. Далее симулятор кассира во вкусной точке. Далее симулятор? Далее? Что значит далее? Это в смысле после чего-то. Далее. Да, сначала готовят к жизни. А зомби против растений? Это вот я вкусная точка, там одни растения. Я... Что? Нет, это... Игра готовит нас к жизни. Сравнение хорошее, но это не... Какое-то надо. Resident Evil? Нет. Не Resident Evil. Какая-то... Судя по всему, вот нет, с кем сравнивает автор комментария главного героя? С продавцом. Симулятор. Далее, говорит, симулятор кассира во вкусной точке. Продавец. Ну, это какая-то игра, где продавец. Ты продавец. Продавец.
Ну, это может быть, это же куча игр, где там ты бургеры готовишь. Но это, ну, не, реальный симулятор. Игра готовит нас. Комментарий? Не, я тебе скажу. Симулятор продавца может быть как игра? Симулятор продавца? Да, это вот наш, это наш официальный ответ. Simulation это я вот работаешь продавцом. И такой, что-то мне недостаточно. Приду домой, сяду в плойку, в симулятор продавца. Это игра. А симулятор камня же игра есть, и козла. В однорукого бандита. Это игра готовит к жизни. Что такое кино, типа, какой-то? Death Stranding. Блядь, точно, это же курьер, он все, сука, он не забрали, 5 баллов, подожди, хуйня какая. Успокойся, это может быть Илья, неправильно еще. Аккуратно, подождите. Не подходи к этой красной шторе, ты сольешься с ней. Илья. Какое говно. Илья, успокойтесь. Суки. Ну, Илья, вы подождите. Суки. Подождите. Еще же непонятно. Гады. Еще же непонятно, а вот теперь понятно, 5 звезд получаю, Death Stranding. Да, мне нравится этот комментарий, вот что происходит с курьером, когда я заказываю роллы. Да, вот так это и происходит. Да, это голос победителя, или нет? Это мы узнаем после того, как подведем итоги второго раунда. Со счетом 29-18 лидирует команда «Рельсы». Ну ничего, у нас еще будет шанс с вами отыграться. В натуре четко. Будет шанс отыграться? Не будет. Серьезно? Не будет. А давайте мы это... А что нам гадать? Давайте мы это проверим в третьем раунде. Давай. Блиц! В третьем раунде наша задача угадать, настоящий ли комментарий перед нами или выдумка наших авторов. Ага. Ответ принимается только после того, как я заканчиваю давай, читать комментарий. Ты будешь резкий. И да. Вы должны будете как можно быстрее нажать на... Комментарий к чему-либо. А там уже не важно. Важно просто определить, это правда или вымысел. Дамы и господа, я попрошу вас убрать руки под стол. Руки под стол. У нас честная дуэль. Ну, нет, так будет так удобнее. Так звонок нельзя. Оставьте на столе. Посадят, вы можете видели, поставить его пальчики? Поближе, но главное, чтобы руки какие? Были под столом. Какие пальчики видели у него? Мужские какие, видели? Мужские. У меня мужские. Итак, я читаю комментарий. Ваша задача быть первыми и назвать верный давай. Ответ. Давай, ты четко делаешь? Верный или нет комментарий? Капец дорого! В России это теперь только для богатых, а раньше я в офисе ими жопу подтирал, когда другого варианта не было! Давай, блядь, что ты сидишь? Нахуй ты амплитуду вот такую делаешь? Еба, вы видели, как он нажимает? Этот, бля, вот так вот уже нажал. Давай сюда, ну. Бля, эта хуйня может еще ниже опуститься? Я хочу исчезнуть. Дурал, а... У нас не каменное лицо игра. А? Что? Ладно, шпалы. Вы были первыми. Это кофе. Это, я читал этот комментарий. Это под чем он был? Под когда писал? Под туалетной бумагой. Это правда. Я под туалетной бумагой, чувак. Был такой. Так, ответ принят. Вы сказали, что это правда. И это... Неправда! Как? Нет такого комментария! Четко. У нас стоп. Минус балл, правильно понимаю? Мы их жестко... Я пока ничего не понимаю. Минус они там чуть позже... Минус 4 балла. Леночка, такси, пожалуйста, и брускетту с розыгрышем. Нет, рано! Минус 4 балла. Минус 4. Следующий комментарий. Давайте мы поймем все в конце. Мне тоже самому интересно, что это за херня. Капец дорого. Итак... Девчонки! А, нет, девочки! Не нужна вам эта вагинопластика! Просто найдите себе мужика с членом побольше! Бля, а мы зачем тоже вот это начали с тобой? Ты зачем ударил по руке моей? Ну, я не знаю, что заслонил. Шпалы! Ну, это-то точно правда. Ну, не может же быть два неправда, особенно вагинопластика. Я не читал. Вы хотите сказать, подожди. Что вагинопластика это...
Я надеюсь, ваши авторы не занимаются такими вот словами. С мужиком, членом... Это правда. Нет. Это правда, сказали вы. Что? И это... Ну... Неправда. Неправда! Это... Костя! Костя! Не смотри. Настоящий комментарий. Действительно, сейчас они нас минусами догонят. Следующий комментарий. Руки под стол, молодые люди. Я все вижу. Руки под стол. Спасибо. По технической части претензий не имею, штопор хороший, но до его покупки пила меньше, поэтому 3 звезды! Во-первых, четко попали. Так мы ж попали. Руки до сих пор под столом. Товарищ поезд запоздалый, он нажал носом. Звук был? Закон, покажите, звук был? Что... Я звук не слышал. Звук был. Был звук. Был. Знаешь, не почему было. Не слышал? Ты там стоишь, потому что... Как не было? Вот такой звук был. Вот такой звук был. Это звук для лохов. Звук был. А, можно... можно, пожалуйста, повтор? Можно, можно. А, давайте посмотрим повтор. Ага. Вот, действительно, видно, был звук, но у них был громче, и они были раньше. Если бы я громче ударил, ладно, было ладно, бы... Не... Ладно, 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 оставь, оставь. Сергей Турал были раньше. Сергей Турал были раньше, потом да. Была курица. А это то есть можно цвет. Ебальником нажимать? Можно нажимать лицом? А это надо смекалку подкручать! Но смекалочку! Ты когда-нибудь клуб веселых и находчивых играл? Да? Вот так вот стоял? Чувак, мы это взяли так, оттуда! Делал? Ты клуб веселых... Это так, говорил, так, стоп. В клубе веселых и находчивых, помимо веселых, есть все иначе. Так, это все, что происходит? Все, все. Нахуй, клубы веселых у тебя есть что-нибудь нормальное? На нас смотрят. Ребята, время удивлять, и так, ваши... Это не может быть 3 красных хватит. Подряд. Это правда! Правда! Пожалуйста. Это правда, да, сказали хватит. Парни, ну, и это... Нет. Неправда! Да. Это неправда! Неправда. Все ложь. Блин, как... Ну ладно. А можно попросить, чтобы у них нос тоже под стол? Ребята! Это мы специально неправда. Мы вообще знали, что это неправда, потому да, что мы все изучили. Что, мне вот так сидеть? Пожалуйста. Так, ребята, руки под стол. Мы не мухлюем. Вот так, боком. Все. Надо виском. Нажимать надо руками. Поехали. Следующий комментарий. Про члены сейчас точно будет правда. Руки под стол. А, нет, сейчас тоже, смотри. Каждый раз... Когда из надеваю, начинает очень сильно чешется жопа. Продавец делать возврат отказался. По-моему, вы нажали на мои слова. Чуть-чуть раньше да, полезли. Да, да. А что да? Да. Что да? Мы. Да, отвечаем мы. Мы отвечаем. Люди. Не. Они уже не, у меня все, претензий нет. Пожар. Хочешь, отвечай. Поезд хоть и запоздал, но все верно услышал. Бог тебе судья. Шпалы-шпалы. Да. Храни Господь тебя. Вы и точно. Твою семью. Хотя бы на эти небольшие 7 лет. Все, пока. Ваш вы... Все неправда. Это правда. Это правда? Ты, раз, ты, блин, два, три. Ваш ответ. Это, давайте давай. Правда. Это правда, сказали вы. Это неправда. Все, это неправда. Друзья, у нас как в серии пенальти, пока все мимо. Бля. Пока нет, все четко, мимо. Нас все устраивает. Все устраивает. Ну что ж, друзья. Мне очень нравится это шоу. Оно, интересно, оно... когда это обрывается. Мне очень это нравится красное... снова под стол. Мне нравится, мне это нравится вот мы... этот раунд. Он эфемерный, как космос. Все это неправда. Все и ничего одновременно. Это называется суперпозиция. Да, бля. Суперпозиция. Да-да-да. Суперпозиция. Я буду там оценили. Это в каждом выпуске. Следующий комментарий. Руки под стол. Турал, поставьте на место. Все. Руки под стол. Кто быстрее? Кто самый быстрый знаток смотри, на Диком Западе? Стрелять. Мы будем стрелять. Давайте. Готовы? Следующий комментарий. Глаза смотри. Мазь нерабочая. Я рабочий. Жена рабочая. Тесть рабочий. А это говно нерабочее. Правда. Мы первые. Стоп. Это неправда. Ты не понял логику. Стоп. Оба нажали после моих слов. Но я пока не могу определить, кто был раньше. Смотрим повтор. Стопудово мы. Так, кто господин был... судья. Можем смотрим времени повтор. Тратить, это точно мы. Мы смотрим повтор. Мы смотрим повтор. А куда? Ну, ты вот. Гордик, ты что туда залез? Каждый смотрит повтор туда, куда хочет. Каждый. Господин ведущий. Да.
Нажатие было одновременным, мы посмотрели на замедленном повторе. Предлагаем каждой команде дать возможность ответить. Супер! Давайте так, если вы оба назовете свою версию, верно и ты потом скажешь. Да. Все. Вы можете вместе... Можно послушать сначала версию ребят. Да, легко. Ах ты хитрец. Мы считаем... А что-то мы считаем. Что-то мы считаем. Мы с тобой что-то считаем? Нет, ты так просто говоришь, мы считаем. Я забываю, что ты капитан. Ты абьюзер. Хоть команду нашу спонсирую я. Капитан абьюзер. Капитан абьюзер. Здравствуйте. Добро пожаловать на борт Титан. Серега считает. А, тиран. Да. Нет, ну, это... нет, подожди. Я вообще так не тоже против... нельзя говорить? Нет, я вообще считаю, что мы с должны... С этих пор нет никакого Сережи. Есть мы. Мы считаем. Считаю, мы мог... Нет, считаем. Мы можем с тобой вместе считать. Но только когда мы посчитали. Блять, в любом это случае. Правда. Это правда. Мы считаем это правда. Нет, попрошу сказать, мы считаем вот так. Блять, это правда. Это давай. Да, окей. Послушай женщину и сделай наоборот. Это неправда. Вы говорите, что это неправда, вы говорите, что это правда. Это и ответ, и унижение. Ты за мужское мое хочешь сказать, ты? За мужское мое ты хочешь сказать? Эй! Брат. За мужское будешь со мной разговаривать, ты, блядь? Я не буду с кем так разговаривать, а? Брат, не говори... Что сказать с сестрами, блядь, ты? Брат, не говори мужское. Там у кого-то мужского нету, брат. Не говори мужское. Там может у кого-то мужчина. Там сколько ты, блядь, женщина, пахана нету здесь, ты! Все! Блин, ну все, нормально. Итак, для промо нарезка есть. Поняли, кто смотрит, что? Дамы и господа, еще раз. Вы сказали правда, вы сказали неправда. 100%. Итак, внимание на экран. Этот комментарий не настоящий! Вы были правы! Так. Ничего, ничего, у нас еще есть, у нас еще есть чуть-чуть пороха в запасах. Да, так говорят? Да. А даже если и не говорят, по-моему, самое время начать так говорить. Итак, следующий комментарий. Руки под стол! Руки под стол, чтоб я видел. А, не вижу. Ну, значит, они под столом. Чтоб я не видел. Достоинство пилит. Недостатки не пилит. Комментарий то пилит, то не пилит. Это что? Одновременно мы синхронизировались, одновременно? Как месячные. Да, мужики, йоу! Хорошо, что собрались. Месячные, йоу. Круто. Так. Месячные же круто. А это, кстати, декорация не про месячные? Про месячные, вот. Или... Да, да. Пальма. Большой яйцеклетки. Женщина, которая рожает пальмы. Ну что, кто первый? Есть еще конфетки-то? Да, я не знаю, нам, видимо, надо снова обратиться. Мы одновременно нажали. Мы на самом деле готовы отпустить ситуацию. Господин ведущий, ситуация повторилась. Отлично. Ситуация повторилась. Итак, мы считаем, что в этот раз, в этот раз, давайте так, они попросили послушать вас. Один раз мы послушаем. Достоинство пилит, недостаточно. Мы послушаем шпалы-шпалы. Шпалы-шпалы. Что нам говорят шпалы-шпалы? Чучух-чучух. А мы не можем, да, сначала послушать месячных? Мы можем месячных послушать. Это мы месячные? А почему? Мы почему? Ты опять начинаешь, ты! Рэнси! Я не знаю, я бы на вашем месте уже... Это, бля, уравнять тебе один раз, я и сказал, блядь! Двух ног, блядь! Один раз уравнять! Чё, бля? Блин, я не хочу так общаться. Это что, косплей на смешариков? Да. Дорогой, не открывай окно. Пусть они вот так вот... На 14-м этаже они как-то допрыгивают. Мы считаем, что это правда. О, супер, а мы неправда считаем. Вы считаете, что это неправда, да. Вы считаете, что это правда. Думаешь, однажды еще раз, вы дадите осечку. Да. А ты думаешь, сработало? Первый раз, второй раз работает? Я думаю, тут все неправда в этом шоу. Да. Ты почему так? Этого шоу не существует. А я вам что, шутка какая-то, Константин? Ты не шутка, ты шутка. А ты настоящий. А я единственный здесь настоящий. А я настоящий? А всех я вас представляю. Я смотрел MMDMs. Они настоящие? Ты настоящий. А я какой тогда? Желтый? Ты Дед Мороз. Нет, ты вот этот вот, который лимитированный чисто для Японии. Ты MMDMs, который на жаре слипся. Для Японии с волосами. Все MMDMs слиплись в одну. Я коричневый.
Я слипшаяся пачка. Итак, которая растаяла, потом засохла и скрепилась. Да, это самое вкусное, между прочим. Как-нибудь попробуйте. Который Но не со спичками. Итак, вы сказали, что это правда. Вы сказали, что это неправда. Внимание на экран. И это... Хоть раз. Настоящий комментарий! Друзья, мы приближаемся. Вы получаете что-то там. Мы получаем балл. Что-то боже там получаете. Мой. У нас осталось все нормально. 10 баллов там разыгрывается еще. Блин, а как вот последний этот на 100 баллов. Как эти чуваки на рыбалке вот так целый день ходят? Я уже почти ослеп. Они не ходят, они сидят на рыбалке и ждут. Ты просто нахуяриваешься пивом и спишь, Мик. А еще ты слушаешь следующий комментарий. Это знаешь, как круто, вот так все темно, вот так их снимаешь. Блин, и сразу, да, вот круто. Это классная жизнь. Офигеть, у тебя, кажется, есть глаза, Серег. Есть. В них отражается мое сердце. Его просто отпустило после накурки и очки снял, да? Ну ладно. Может быть, в них отражается следующий комментарий. Блин, бог подводок. Не существует. Мне просто интересно. Салась. Итак, следующий коммент. Руки под стол. Вы, может, устали, но поработайте. Туда-сюда. Ну, что руки это под стол. Это нам идет, кстати, на пользу. У нас короткие ноги и руки. Итак, они Костян точно так не уже. Веганские. Не знаю, как это доказать, но это точно так. Эти были первее, клянусь. Да, были первые. Эти вот эти. Я хотел вас выбрать, ну ладно. Но они были первее, мы честные. Что, уже не работает схема, были Костя? Были первее. Итак, правда или нет? Правда. Мы, я думаю, веганские, не веганские, только настоящие люди пишут что-то про веганское. Да. Не знаю, как это... Про веганс... Сказали, что это правда. Да. Внимание на экран. Это неправда! Нет! Никакой логики! А я могу попросить вакансию вот на роль автора вот в этот раунд? А он... Блин, они большие бабки получают там, кстати. Дело в том, что автор у нас это ветер. Куда он подует, то и выберет. А он выбирает сейчас последний комментарий в этом раунде. Че, последний комментарий на 50 баллов идем, бля? All in, брат. Чё, давайте! Ребята, такого не было! Так тоже не гори! Так тоже не гори! Давайте! Ставь кольца, брат! Так тоже не говори, ты мне не интересен сейчас с тобой вот так идти. Ставь кольца. Ставь баллы. Да ты не мужчина, бля. Ты не мужчина. Когда первый раунд был, ты себе что говорил ты? Когда первый раунд был? Носки ставлю, брат, это тоже фирменный, кожаный. Убери эту, блядь, шерсть эту, блядь. Убери эту шерсть. Ну ладно, это согласен, лишний. Турал уже лоток поставил. Посмотрите, какая маленькая. Качество. Просто вообще. Окей, вы ставите. Мы ставим все свои звезды. Еще совсем налюсенькие ножки. И все свои звезды. Да ладно уже. Мы ставим одну звезду, блядь. Итак, вы идете ставка. Конечно. Конечно. Ну, это понятно. А вы? Идем. Конечно. Когда не вы? Мы? Да. Дай скажу. У меня тут знаешь, сколько всего? Я знаю. Знаешь, сколько? Я посмотрю, сколько там всего. Блядь, не смотри. Я тебе точно скажу. Там чья-то рука. Мы знаешь, почему идем? Не потому, что вот там какие-то другие движения. Мы идем... Тоже, да. Потому что мы мужчины. Конечно, брат. Давай так. Вы выигрываете. Я вам, куда ты летишь в следующий раз, на авиасейлсе покупаю билеты. Хорошо, брат. Блин. Выпьем же за это. Надеюсь, авиасейлс за это заплатит. Итак, такого еще не было, друзья. Аплодисменты. Такого не было еще в нашем шоу. All-in. Идут рельсы. И шпалы. Сейчас есть. А какой приз? Да. Если выигрываем мы, что у нас выигрываем? Мы удваиваемся, так. У них остается там 3 звезды. А что мы выигрываем? Мы? Кроме... Уважение. Мы за уважение будем? За уважение будем. Пояс, ты выиграешь пояс. Парни, на уважение. Я что, конфет было мало? Вкусные же были конфеты. Не, ну за уважение я борюсь. Ну все. Конечно. Именно поэтому последний вопрос. Костян самый уважаемый человек на улице. Я сейчас могу это проиграть. Что это за улицы такие? Ты что придумал там, блин?
Убрал кроссовок. Итак, дамы и господа, all in, руки под стол. Кроссовок положил на пол. Руки под стол. На стол. Последний вопрос. Он кроссовком. Надо здесь подумать. Точнее, последний комментарий. Здесь он ударит кроссовком. Все. Так, 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 так. Так, так, так. Что такое? Черт. Так, так, я собираюсь. Надо достать член. Я хочу понять. Так я лучше думаю. И вот так вот его... Руки под стол, молодые люди. Стоит каждого потраченного рубля. Да иди подожди. А, все, фальстарт. Я не читал. Ну все, это хорошо, что я не... Стоит каждого потраченного рубля. Хорошо, что я на нее ни рубля не потратил. Рельсы, рельсы, я напоминаю. Это еще ничего не означает. Ну тогда всю интригу, которую мы создавали, можно уже тогда и нахуй послать. Так почему? Мы не знаем, правда это или нет. Ну ладно, это в том... Да нет, но если вы ошибетесь, не значит, что мы выиграли, правильно? Нет. А может быть и проиграли, и выиграли. То есть мы сейчас боролись за ответственность? Да. Да. А за ответственность не надо бороться. Ее тогда надо удачи. Принимать. Стой, ну, не, ответственность... Блин, это как будто бы шутка из КВН на биатлоне, типа. Итак. Вот это мог кто-то, вот Гаджи, написать такое. Раз, два, три. Это... Ваш ответ, рельсы, рельсы. Давай, Птурал, я вот даже злиться ответ! Не буду. Ответ! Это... Если... Давай, это ты, если берешь ответственность? Неправда! Вы сказали, что блин, это неправда. Я еще неправда. Ниже стал, думал, встану. О, я напоминаю. Я сидел, думал, что я буду говорить. Вы сказали, что это не настоящий комментарий. Итак, внимание на экран. И это... Это неправда! Вы были правы! Собрали все ваши звезды, которые были у Шпалы, Шпалы, и стали победителями в шоу «Отзывы». Ура! Ваши баллы! Аплодисменты, друзья! Ну что ж, это было шоу «Отзывы». И в конце не забудьте обязательно оставить отзывы в комментариях. Спасибо! Пока! Спасибо.